Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем! Мы рады вас приветствовать сегодня на нашей встрече и хотим быть сегодня очень-очень вам полезными, поскольку встреча сегодня необыкновенная, и необычность ее связана именно с тем, что мы будем говорить о нашем новом, прекрасном, замечательном продукте, который действительно открывает нам новые возможности. Он там действительно показывает прекрасную будущность нашу, поскольку мы испытываем колоссальное волнение, даже вот какие-то неполадки у нас могут возникать. Но поверьте, все мы живые люди, поэтому нас это мало волнует. Речь сегодня идет о необыкновенном природном продукте, который получен из глубин океана. Этот продукт называется Ocean Mint. И почему мы стали говорить об этом продукте? Мы не будем рассказывать все истории, поскольку уже полтора года многие, ну, я рассчитываю новичков, которые сегодня придут и пришли к нам навстречу. Но именно то, чем природа наша делится с человечеством, а мы берем эти возможности у природы, речь идет о гидротермальных источниках. Вот вы посмотрите на слайде, вот так выглядят эти гидротермальные источники. Это, по сути дела, подводные гейзеры, которые выдают вот основу того, из чего сделан продукт. И вы знаете, действительно, эта вода необыкновенная. Она идет из глубин океана. То есть эта вода, она особым путем, я не буду сегодня рассказывать всей этой истории, как она туда попадает, как ее изучали, насколько это действительно уникальная на сегодняшний день вещь, но нужно сказать только об одном, что именно эта вода лишена техногенных воздействий, она лишена вообще участия человеческого фактора. То есть никакого антропогенного влияния на эту воду нет. Это реально природная, чистейшая вода. И действительно встретить такой состав, взять и приготовить, в принципе, можно. Вот взять, смешать, поизучать состав морской воды, из чего они состоят, и эти компоненты внести в воду, обыкновенную воду. Но поверьте, в природе все намного изящнее. Рациональнее. И те состав, тот состав, который находится в морской воде, он, по сути, уникален. Он уникален, поскольку это, по большому счету, матрица нашей природы. Это матрица минералов. И чем отличаются вообще минералы, и чем разница матрица? Матрица – это такой сбор минералов в взаимном соотношении, которые друг друга усиливают и не являются конкурентами друг другу. Вода, которая добивает, вот тот продукт, который мы на сегодняшний день вам презентуем и рассказываем, этот продукт называется Ocean Mina. То есть это минералы океана. Добываются они на глубине 662 метра. То есть, представляете, на этой глубине жизни, жизнь есть, но она не та жизнь в привычном фотосинтезе, о котором мы с вами обычно знаем и изучаем. Но там находятся уникальные составы рыб, там находятся крабы, там находятся различные живые существа, которые показывают всему миру, что жизнь на планете существует в разных условиях. И вот представляете, эта вода, которая добывается на такой глубине, она имеет полновесный состав солей океана. Поэтому, когда мы говорим, это вода из глубины морской, она воистину представляет собой уникальный и по природе, самое интересное по природе, очень напоминает нашу кровь. И вот этот продукт не рукотворный, это продукт, созданный природой. И вот минеральный состав Ocean Mina практически полностью соответствует минеральному составу нашей крови. И все вы знаете, что кровь – это река нашей жизни. И если
минеральный состав Ocean Min совпадает с нашей кровью, то получается Ocean Min – это продукт для нашей качественной жизни. И хочу сказать, какие проводились исследования, их было очень-очень много. Так вот, главная суть этих исследований заключалась как раз в понимании, а использовали морскую воду, и в понимании того, что именно эта вода повторяет состав нашей крови, а если она повторяет, значит, она может вносить вклад на и осуществлять воздействие, оздоравливающее воздействие на организм человека. И это было действительно неоспоримым доказательством и имело отклики в огромном теоретическом, практическом материале, на который мы сегодня опираемся, и мы, что называется, берем это во внимание. Мы люди науки, для нас было очень-очень важно, потому что как влияет, вот если разобраться, много сейчас можем перечислять вам влияние этой воды на организм человека. Это будет и регуляция метаболических процессов. Это устранение хронической усталости, это нормализация микроциркуляции, кровотока, это улучшение работы мозга. Это еще много-много положительных эффектов, и возникает закономерный вопрос, почему? Почему такой эффект? А потому что, еще раз повторяю, минеральный состав Ocean Min это полностью соответствует минеральному составу в нашем организме. И у них нет конфликта, поскольку это не рукотворный продукт, его никто не изготовлял, его просто получили определенным образом и довели его до совершенства, что он стал удобен в применении и он стал нам очень-очень эффективным. Потому что когда мы на сегодняшний день, а мы поделимся этими результатами, кстати, у кого будут вопросы, вы их можете задать в конце нашей встречи, да. Но хочу вам сказать определенную очень-очень важную вещь, что мы не хотим вам сегодня рассказывать ни о каких патологических состояниях, болезнях, когда очень многие... Это не наша задача сегодня. Не наша задача и не наша цель, потому что нам очень важно показать, что данный продукт будет гармонизировать наш организм, и он гармонизирует. Представляете, если он имеет это родство к нашей крови, причем вся наша внутренняя среда нашего организма, они все находятся на этой матрице, вот матрице, связанной с этими солями. Не поверите, калий, натрий, магний, хлор, это все те элементы, которые определяют у нас все практически биохимические процессы, с которых начиналась жизнь на этой земле. И эти процессы, которые у нас в организме происходят, они все находятся под контролем того или иного воздействия именно этих макроэлементов. И вот особый момент, который мы делаем акцент, рассказывая об Ocean Min, что ко многим, но вот представьте, вообще исследователи говорят о наличии 70 макро- и микроэлементов в этой воде, но есть некоторые, так сказать, призеры или они там чемпионы по составу данного продукта. Конечно, речь идет о магнии. Речь идет о магнии, потому что, поверьте, мы очень много занимаемся этими вопросами, мы в многих находимся интересных изысканиях и наблюдениях, и собственной практике. И сразу вам хочу сказать, что, конечно, найти хорошие макроэлементы, но они все будут рукотворные, можно это сделать. Но когда найти в том виде, в котором находится в природном виде, они, конечно, уникальны. И вот я как раз делаю акцент сейчас на магнии, потому что любой из вас может зайти сейчас в источники информации о любом микроэлементе и найти эти характеристики. Я этим сейчас вас не буду загружать, просто хочу сказать, что действительно магний, я всегда пою честь славу калию, кальцию, хлору. А теперь слава магнию. А сегодня магнию. Действительно, потому что это основной компонент нашей жизненной, нашего жизненного здравия, нашей энергии, нашего здоровья. И сейчас очень-очень много говорят о митохондриях.
И знайте, что, конечно, все, что связано с нашей энергетикой, с нашими внутриклеточными структурами, которые производят нам энергию, мы говорим, значит, о своем долгожительстве, о своем качестве жизни, потому что нехватка какого-то из компонентов, конечно, отразится на нашем здоровье и нашем состоянии. И вот Ocean Min, как матрица микроэлементов, он как раз и дает мощную энергию нашим клеткам, нашим митохондриям. Это реально очень качественный энергетический материал. Поэтому прикладное значение, когда изучали состав компонентного воздействия на здоровье человека, использовались в первую очередь спортсмены, использовались молодые люди, те, которые на сегодняшний день испытывают хроническую усталость, испытывают недомогание, потерю вот этого жизненного тонуса. А на самом деле речь идет, конечно, о дефиците энергии наших жизненно важных микроэлементов, вот включая, конечно, магний. И в Ocean Mini он у нас доминант, он у нас превалирует в своем качестве, количестве, и, несомненно, от этого мы уже на первых, даже буквально приемах этого продукта у нас наступает, в общем, достаточно разительный хороший результат. Хороший результат. И конечно, да. И мы нередко слышим такие возражения, а как же вот Coral Mine, Ocean Min, как быть с этим? Мы вам говорим, что это не антагонисты, это не конкуренты друг другу. Вы поймите правильно, Coral Mine, он улучшает транспортные функции крови, то есть он улучшает транспорт в нашем организме. А Ocean Min – это та минеральная композиция, которая крайне необходима для жизни клетки. И когда мы принимаем Coral Mine, а следом Ocean Min, мы тем самым обеспечиваем хороший качественный транспорт всех микроэлементов прямо в клетку. Вот это огромное достижение, это большое преимущество. Я бы сказала, эти два продукта можно назвать брат или сестра, или взять позицию восточного изучения инь-янь, потому что это действительно вот взаимодополняющие вещи. И говорить просто так, я сейчас брошусь пить просто Ocean Min и не буду пить Coral Mine. И вы же знаете, что Coral Mine – это же тоже продукт с морского дна. То есть они никак не могут быть в антагонизме друг против друга, а только в синергизме. Это очень важный момент. И еще это все природой создано. Это не рукотворный продукт, что чрезвычайно важно. И, конечно, когда мы уже столько лет занимаемся именно темой воды, коралловой воды, сколько ты исследовал эти практически 20 лет очень серьезной научной работы вместе, на практических наших... Да, я могу сказать, я на себе очень четко ощутил эффект Ocean Min. Когда первый раз я получил Ocean Min, я решил его попробовать. Но попробовать нетрадиционно. Я просто взял со стика прямо высыпал в рот. И у меня было такое ощущение, что я заглотил огромный кусок солнца. Вот такая энергия. Понятно, я допил водой, но такой прилив энергии просто восхитительный. И, конечно, ты, конечно, скромничаешь, и, конечно, ты не можешь говорить... Воочию. Ну, я вам открою небольшой секрет, потому что все мы живые люди. Нечисть, которая идет по планете, она никого не оставляет равнодушным. И пришлось нам пережить тяжелый период нашей жизни, той инфекции, которая сегодня на слуху у всех. Это была очень серьезная инфекция и серьезные, так сказать, этапы. Но я вам хочу сказать, вот мы, месяц перенесшие все вот эти воздействия этой нечисти, сидим сегодня перед вами. И я вам подписываюсь под каждым словом. Сколько мы использовали в момент реабилитации, особенно Ocean Min, комбинация со всем другим нашим продуктом, доктора, с которыми я общался, мои лечащие доктора, они сказали, что скорость вашего восстановления в 3-4 раза превосходит скорость восстановления у таких обычных пациентов. Это действительно реальная вещь. Я вам хочу сказать, когда я сама начала принимать
присутствовала после этой инфекции, присутствовало тяжеленное состояние слабости, головная боль, вот это ощущение просто спазма, вот голова, череп есть, а мозгов там нет. Вот это ощущение не проходило, ни таблетка снимала на какую-то... Аушенмин добавил мозгов. Аушенмин добавил мозгов. Поэтому я вам хочу сказать, это продукт, который восполняет тот дефицит, и реально, вот мы сегодня скажем, один из реально работающих эффективных продуктов. Вы скажете, что все остальные не так работают, они работают все в синергизме. И то, что сегодня мы увидели, потому что были проведены работы научные, и связанные со спортом, и связанные с хронической усталостью. И с метаболическим синдромом. И все, что связано с обменными процессами, и сердечно-сосудистой патологией. Это исследования проводились в разных странах, это исследования проводились в высококвалифицированных медицинских центрах, клинических и экспериментальных лабораториях. Эти исследования везде показывают эффективность этого продукта. Вот поверьте, есть еще такие заказные маркетинговые вещи, они присутствуют, чтобы из продукта сделать его продаваемым и говорить, мы первые в мире, вторые в Сибири, берем только этот продукт. Эти же исследования были направлены на получение информации особенностей. И объективную оценку механизма действия. Почему же это так? И вот когда эти результаты сложили на сегодняшний день, это большая научная база, мы действительно, как люди науки, сегодня говорим, проверено, как говорится, мин нет. И еще одна очень интересная деталь. Каждый из вас уже, может быть, пробовал или начнет пробовать. Вот на стадии только решения остановления. Вы должны понимать, что в вашем организме есть уже какие-то изменения, есть какие-то дефициты. Какие-то отклонения физиологических механизмов. И вот у вас будут различные необычные переживания, как я говорю. Ну, представьте, если это доминирует уровень магния. Все знают, что магнезия как таковая, она использовалась для снижения давления. И многие говорят о том, что да, осторожно, особенно если у вас низкое давление, то оно у вас еще больше ниже появляться. Если у вас высокое давление, то оно будет приходить в норму, на что мы заметили сейчас, употребляя. Я вообще, у меня низкое давление. И на сегодняшний день я его пью, этот продукт, и мое давление не падает ниже. Более того, я не ощущаю вот того состояния, которое обычно бывает при низком давлении. То есть ты получила эффект гармонизации. Вот правильно, как ты правильно сказал, гармонизации. Мы знаем некоторые примеры, когда действительно люди начинают, особенно первые приемы, начинают принимать Оушенмин, и у них возникает повышенная перистальтика кишечника, ну и не очень приятное состояние, что, естественно, активно становится работа кишечника. Но вы знаете, как показывает нам сейчас уже опыт и практика, люди выравниваются, само пьет тот же, ту же самую норму воды, а кишечник уже так не реагирует. Нет той перистальтики, то есть нет вот той непривычной диареи, этих поносов, как люди говорят, я не буду пить, потому что у меня начинаются вот такие неприятные ощущения. Вот поверьте нам, что действительно это на самом деле не так. И высокое давление, оно почему-то сразу приходит к норме, низкое не становится таким, так сказать, ну что называется, докучать тебя не докучает, да. У кого-то появляется хороший сон, кто-то наоборот становится активным, вот просто работоспособность. Поэтому я вот подчеркиваю этим своим, таким сказать, вступлением по данной части, у вас будет свое. И я думаю, что нашей компании, нашим, вот, так сказать, основателям этого продукта будет очень приятно получать эти результаты, потому что он действительно реально работающий, и не надо ждать какого-то времени. А если всех таких, ну вот как мы, допустим, столько лет на продукте, вы знаете, и то мы находим некоторые нюансы, детали. Я бы так сказал, вот одним словом, Оушенмин – это качественный продукт для качественной жизни клетки. И он регулирует наши интимные механизмы нашей клетки. Но представь, если он митохондрию восстанавливает. Представь, если он дает возможность почувствовать вот эту матрицу практически с океана, глубин океана. И поверьте, это не рукотворный продукт.
Это природный продукт. Поэтому для него на сегодняшний день наши сердца открыты. Для него сегодня открыты наши возможности. Не бойтесь этого продукта. Употребляйте для своего качественного здоровья, для восстановления своих физиологических нарушенных функций. И, конечно, для вашего активного долголетия. Я хочу сказать, что для многих, конечно, стоит вопрос, а стоит ли принимать это вместе с Coralmine? А какие дозы рекомендуете принимать? Как долго? Нужно ли делать перерывы? Насколько есть кумулятивный накопительный эффект данного продукта? Вы знаете, я вам хочу сказать простые рекомендации. Вот я люблю сложно говорить, о сложном говорить просто. Вы начните, разделите, посмотрите. Вот я, например, не делила. Столько 20 лет с лишним заниматься коралловой водой. Мне говорили, не надо в коралловую воду опускать Ocean Min. У меня был вопрос, если один так делает, другой так. Поверьте, ничего плохого я не испытала, кроме ощущения вот того, что прошло, особенно на такой серьезной ситуации, в которую попал наш организм. Если у вас таких возможностей нет, начните это делать утром, сделайте утром, ну хорошо, не хотите или как-то вы считаете, что вам очень сложно в коралловую воду там по разным своим соображениям опустить Ocean Min, сделайте фильтрованную воду, опустите Ocean Min и сравните, посмотрите, какие у вас будут моменты. Если вы не хотите это делать с утра, сделайте во второй половине дня. Понимаете, вот чем я люблю, вот мне когда говорят о каких-то регламентах, вот это можно, это нельзя, я... Как всегда говорят, баба-яга против. У меня всегда хочется получить свой опыт. Поверьте, вы не получите осложнений, вы его получите, этот опыт. Потому что те, кто нам рассказывали о послаблении кишечника, они пробовали, их послабило. Потом они дальше начали пить, все прошло. И вот я бы даже хотела, ну, наверное, это, может быть, я кого-то не удовлетворю этим своим заключением, что вот такие схемы рекомендаций там, разводить интенсивно, концентрированное можно делать, как мы коралл разводим в концентрированном объеме, если мы оказываем какую-то скорую помощь. Если вам очень сложно выпивать эту воду, кому-то она становится соленой, наши вкусовые рецепторы, кстати, очень-очень сильно отвыкли от хорошего качественного продукта с недр земли, мы его даже многие никогда не пили, но наши рецепторы это все очень хорошо чувствуют. Разводите больше. Разводите больше концентрацию, пусть на 1.5 литра, на литр, но ну, в ведро воду, конечно, не бросайте пакетик, потому что вы там ничего не получите. Я вообще делаю, комбинирую, я беру 600 миллилитров, у меня стакан туда опускаю, коралловой воды наливаю туда, опускаю туда Ocean Min и бросаю таблетку пентакана, и я пью минеральную воду. Коктейля, я заряжаюсь. Я думаю, кому-то не понравится мое заключение. Но я же делюсь, было так и написано, поделись своим опытом. Я делюсь этим опытом. Потому что я знаю многих из своей уже практики людей, когда они говорят, не могу я пить эту воду, она такая соленая, такая, знаешь, как газированная, да, минеральная вода без газа. Я говорю, я тебе сейчас сделаю минеральную воду с газом. Так это такой... И когда мы опустили, человек просто открыл глаза и говорит, а почему вы об этом не говорите? Поэтому это имеет место быть. Слава Богу, это не лекарство, где особо идут запреты. Этого нельзя, этого нельзя. Я вам как врач и ученый хочу сказать, что это не реанимация, это жизненная позиция, которая даст вам вот разные варианты, которые вы можете использовать. Да, вы можете это делать через день, но у меня умудрялись даже люди через день по капсуле лецитина пить, поэтому я говорю, вам очень много, вам одна капсула в неделю. Поэтому, когда мы сегодня говорим об этом продукте, я знаю, что очень многим это не нравится. Я пил Ocean Min по 3, по 4 в день. На небольшой. И прекрасно себя чувствую. После реанимации человек вышел, и там, извините меня, не до объема воды, и брал на 250 миллилитров пакетик Ocean Min и пентакана, еще и аж 500 запивал. Ну и поэтому через неделю врачи в шоке, говорят, такого не бывает, такой реабилитации. Поэтому это была скорая помощь, конечно. Но в своем постоянном жизненном режиме получайте свои опыты, потому что они будут все равно свои. Давать или не давать детям? Скажите, пожалуйста, что лучше дать вот воды в таком составе? Разбавьте, сделайте меньше, пусть она будет
не такой концентрированный. Но я думаю, это намного лучше, чем давать фанту, пепси-колу. Дети состоят из тех же живых клеток. Или какую-то нечисть, как я тоже говорю. Я не знаю, вот каждый из вас выберет точно сам. Дети, живущие на природных источниках, всяких там, где в Минводах, в Железноводске, в Кисловодске, там, где есть минеральная вода. Вы что там думаете, дети не пьют эту воду? Поэтому да, мы сегодня говорим, сделайте выбор сами, включите свои мозги и подумайте, в чем это противопоказание и где вы будете вообще, в принципе, неправы. Поэтому о дозах мы всегда узнаете, спросите, об этом очень много сейчас говорится. Ну, я вам точно хочу сказать, не передозируйте, я как всегда говорю, наливай да пей, потому что в этом смысл вашей жизни. Начните хоть немножко распиваться, и вы увидите, что ничего плохого для своих клеток, для своей жизни и для своего активного, здорового долголетия вы принесете. Это самое-самое главное. Удачи вам! Есть вопросы. У вас вопросы есть. И, конечно, да. Те вопросы, которые вы сейчас задаете, ваши замечания, впечатления. Я хочу сказать, что под разным фокусом можно и нужно рассматривать этот инновационный продукт. Причем, представьте, Земля, я вам как сразу начала сказать, она с нами поделилась. А мы с вами взяли и рассмотрели этот продукт. И я знаю, что будут выступать другие спикеры. У нас будут свои еще наблюдения. Но я вам точно хочу сказать, вот мы что-то хорошее сделали, что этот продукт пришел к нам сегодня в нашу жизнь. Есть вопросы? Итак, вопросы. Вопросы есть. Так, мы получили готовы от аудитории наши вопросы. Сейчас нам озвучат эти вопросы, и мы ответим на интересующие вас моменты. Я понимаю, что очень много вопросов, поэтому наши организаторы сейчас их немножко классифицируют, ну, чтобы не повторяться, чтобы... Вы можете даже писать свои замечания, насколько у вас сегодня открылось видение о том, что этот продукт должен быть в вашей... повседневной практике. Насколько вы сегодня приняли решение, что с этого продукта сегодняшнего дня... Начинается ваша жизнь, точнее продолжается. Улучшается состояние ваших мембран, ваших митохондрий, вашего состояния плазмы, крови. Есть какие-то вопросы? Есть? Да. Первый вопрос. Как на ваш организм влияет Ocean Min? Ну, посмотрите, я... Если одним словом, очень хорошо. Очень позитивно. А если с позиции физиологии, могу сказать, это реально убирает усталость, повышает работоспособность, повышает выносливость, улучшает настроение и, что я заметил, улучшает мозготворческую работу. То есть когнитивные способности улучшает. Вот знаете, не просто какое-то успокоение, не надо меня ни от чего успокаивать, пусть я буду активна, но состояние принятия какого-то вызова, какой-то не очень для меня приятной информации или как-то выбрать форму поведения, конечно, вот здесь наступает полная гармонизация, здесь я абсолютно с этим согласна. Так, еще вопрос появился, я вижу. Бабушке 85 лет, как принимать? Ну, тем более бабушке принимать, наливает и пьет, берет в стакан кораллы. Бабушке тем более, потому что в таком бабушкином возрасте очень часто дефицит минералов, и чтобы этот дефицит восполнить, вот именно эта матрица минералов как раз восполнит этот дефицит. Поэтому здесь противопоказаний нет. А как принимать, ну, это уже как так, ей понравится. Только как принимать, наливать, да пить, все однозначно, принимаем одинаково. Иначе сделают капельницы, если бабушка успеет. Как я всегда говорю, успеют, отольют, а не успеют, отпоют, поэтому наливайте лучше. Пусть это будет капельница через рот. Не задерживает ли жидкость у людей с высоким давлением? Как раз... Нет, вот как раз учитывая, что в Ocean Min входит магний, а магний... снимает спазмы, снимает тонус сосудов и тем самым снижается артериальное давление. Кроме того, магний улучшает ритмическую работу сердца, а улучшение работы сердца как насоса как раз и способствует уменьшению этих отеков. Отеки – это часто не столько, может быть, причина сердечной недостаточности, сколько высокой степени зашлакованности. И отеки – это как раз проявление
дисбаланса солей в нашем организме. Потому что соль тянет на себя воду. И если дисбаланс имеется, а дефицит калия, избыток натрия, поэтому когда я опускаю в коралловую воду Ocean Min и Pentacan, значит, я создаю коктейль молодости, здоровья и благополучия. Я не делаю отдельно это для эритроцитов, для сердечной мышцы. Я не делаю это отдельно для почек. Я делаю для всего организма в целом. Почему это гармония? Почему по восточному философскому представлению это действительно восполнение баланса и гармонизация всех наших механизмов здоровья? Поэтому здесь априори не может быть то, чего мы боимся. Упомянули пентакан, и вот спрашивают, в чем же отличие от пентакана, который тоже дает энергию? На засыпку вопрос. От какого пентакана? Ocean Min и пентакан. Понятно. Пентакан, там действующее вещество калий, достаточно хорошая концентрация. И пентакан, он улучшает, он включает калий-натриевый насос и улучшает поступление необходимого для жизни клетки питания и прочее. А Ocean Min, он повышает энергию клетки. То есть пентакан, он как бы дает строительный материал для клетки, и за счет этого клетка тоже начинает лучше работать. А когда еще добавляется Ocean Min, то Ocean Min повышает энергетическую составляющую клетки, и вот комбинация с пентаканов, это ну как бы двойная, тройная тяга для клетки. Супер. За какое время до приема пищи лучше принимать? Обычно воду рекомендуют принимать за 30-40 минут до приема пищи. Это обычная правильная рекомендация. И, естественно, мы же принимаем этот продукт с водой, Ocean Min с водой. Поэтому вот так и принимать. Или через 1,5-2 часа после приема пищи. Супер. И вопрос, может ли быть негативное влияние на почки? Вы знаете, я хочу сказать, что почки подвергаются воздействию, колоссальному воздействию тех солей, растворенных, как мы их называем, токсины в нашем организме. Почки 80% выводят водорастворимых токсинов. Поэтому если почки пострадали, уже пострадали, это говорит о том, что вы когда-то не допивали воды, вы когда-то не давали возможности вывести им справиться с этой детоксикационной функцией. Поэтому в данном составе, в данном контексте, о котором мы говорим, в составе именно комбинации этих микроэлементов, негативного влияния на почки, но они не могут вообще просто, даже не просто теоретически и практически. Все вот эти боязни, вам нужно понять, что если вы задумались о почках, то это уже сигнал есть, просто так вы бы за них не сказали. Поэтому для того, чтобы восстанавливать сами клетки почек, саму структуру почек, вам нужно задуматься, какая кровь по ним течет. Клеткам почек тоже нужна энергия для нормальной, качественной работы. И те мембраны почечные, которые есть, они все имеют одну подоплеку и один механизм. Поэтому чем быстрее вы начнете, не быстрее, это не надо здесь быстроты, поверьте, мы говорим, что мы... Чем своевременнее. Своевременнее и не пропустили тот момент, потому что сегодня мы видим, конечно, катастрофу, которая связана с почечными токсикозами, как они представлены. Поэтому вреда на почки, однозначно никакого не будет, только благость. Потому что меняется тонус сосудов за счет магния, начинается улучшаться кровоснабжение, осуществляется лучшее качество крови. И, естественно, вы тем самым снимаете нагрузку с почек, а тем же самым вы снимаете, потому что вот этот магниевый эффект, который дает возможность качественному опорожнению кишечнику, вы помогаете снизить кишечный токсикоз, а это значит снять нагрузку с печени. Поэтому все в нашем организме взаимосвязано. Более того, я хочу сказать, употребляя Ocean Min, вы косвенной позиции помогаете избавляться от гипоксии хронической. Вы не поверите, сегодня в медицине есть официальный диагноз гипоксия. На самом деле это состояние. Почему оно возникает? Потому что имеются большие проблемы, связанные с кровью. Кровь густая, вязкая, что делает... Вот ты же проводил эти исследования, мы вам четко скажем, как работает коралловая вода, как работает H500, как работает пентакан. И вот вишенка на торте сегодня...
Ocean Min с магнием и с его букетом составляющих микроэлементов. Это действительно мы что-то хорошее с вами сделали, что у нас такое все есть. Так, еще вопросы? Как продукт сочетается с H500? Абсолютно сочетается. Прекрасно. Прекрасно сочетается. H500 – это антиоксидант, который обладает сильнейшим антиоксидантным свойством. И там только кремний и водород. Все сочетается, ничего. У них нет конфликта между своим этим приемом. Есть еще вопросы? Я на собственном примере это оценил и могу сказать, что сочетание отличное, потому что я H500 принимал на один прием по 4-5 капсул. Ну, это было запивая это вот этим составом, этим коктейлем. Еще вопросы есть? Можно ли принимать продукт при сахарном диабете? Нужно. Обязательно. На минуточку, сахар только растворяется в воде. И мы сегодня занимаемся, и у нас очень хороший. Мы рассказали о метаболическом обмене, а сахарный диабет это метаболические нарушения. Причем при сахарном диабете очень сильно страдает минеральный обмен, поэтому здесь, конечно, нормализация минерального обмена – первостепенная задача. Угу. Есть еще вопросы? Дискомфорт в желудке является ли признаком чего-то при приеме Ocean Min? Вы знаете, он говорит: «Господи, что-то такое хорошее дал», и он от счастья напрягся. Поэтому, вы знаете, это все проходит. Дискомфорт в желудке может возникать после приема любого ранее непринимаемого продукта. Поэтому здесь нужно подходить с пониманием. Потом нужно посмотреть, в какую воду, какая вода изначально фильтрованная, что там происходит с этой водой. Потому что мы на своей практике за эти 20 лет видели разные проявления жалоб, особенно, правильно ты сказал, желудок начинает сжиматься от всего того, что первый раз пришлось. Да. Поэтому посмотрите, какая концентрация, посмотрите, в какую воду вы бросили, посмотрите во времени, когда у вас это проявляется, потому что сразу ли перед едой, либо после еды. Очень часто бывает случайное стечение обстоятельств, абсолютно не связанных с приемом этого продукта, но люди сразу переносят все свои мысли на этот продукт и говорят. Ну, потому что он впервые перенял этот продукт. Вопросов нет? Вопросов нет. Мы очень признательны вам за выделенное сегодня время. Мы очень счастливы, что мы с вами смогли поделиться маленькими-маленькими еще наблюдениями. Мы только на начальном пути. Мы очень признательны всем тем, которые на сегодняшний день понимают, что он драгоценность живая, и что ответственность за свою жизнь, за свое здоровье, за свое счастье, за свое благополучие он взял и несет сам, вот несет за себя. Я бы так сказал, включайтесь в марафон активного долголетия, используя замечательный продукт Ocean Min. И я считаю, что вот все, что связано с водной темой, вообще, в принципе, мы ее разбираем со всех сторон. Сегодня цикл вот пазлы как-то сошлись, и составляющая получилась очень-очень красивой. И вы знаете, можно мне вот тот букет показать? Вот я вот этот букет, принеси мне, пожалуйста, этот букет. Шикарный, красивый букет. Я его хочу вот сейчас показать. Вот этот букет, смотрите, вот в этом букете вы не найдете отдельно Ocean Min, вы не найдете отдельно коралл, вы не найдете отдельно H500, вы не найдете отдельно пентакан. Правда? Вот как в этом осеннем букете, здесь очень много цветов. Он красивый. Он красивый, этот букет. И вот точно так же невозможно разобрать пентакан, H500, Ocean Min или там коралл. Вот такой букет, вот это называется философия здоровья. Вот это гармония жизни, природы. И вот эта вот красота, которую вы можете создать благодаря нашей... В своем теле, в своем организме, красоту в своем окружении. Это вы можете сделать. И это все вам дано. Спасибо за встречу, спасибо за внимание. До новой встречи. Всего доброго, всего хорошего.